Жигулей Дайрабаев одним из первых прибыл на избирательный участок номер 396. Голосовать кандидат президента пришел вместе с семьей. Он опустил бюллетень в урну вместе с внуком. Дайрабаеву, как первому избирателю, проголосовавшему на этом участке, вручили подарок. Напомню, Жигулей Дайрабаев выдвинут кандидатом президента от партии АУЛ. Сегодня вы заметили, на избирательном участке номер 396 6:30 утра начали собираться избиратели. Я тоже пришел рано вместе с внуками, женой, невестками и братьями. Выборы – это важное событие в любой стране. Поэтому, я думаю, каждый из нас внесет свой вклад, чтобы провести выборы на должном уровне.